Но все равно гнев 0.9. Не подходите к тому трейлеру, чтобы не сарили. Дрины не сильно нравится. Вытащите командира и райте в командира точно. Древний, точнее. Делайте в командира точно, в остальных зальете. А сколько КД у тебя древний? Ну, 3 минуты. Не надо. Короче, я забрал в пек у садик там есть. Там, где на офе. Самая больше, короче, сова там какая-то давала. Рекорд у нее. Вот у нее вот айфон был. Не древний. Сказал, командир вытаскивай. Вытащите командира. Так, туда, к тому трэшу не подходите, там персона мелких. Этих сливайте. И командира сливайте, точно, командира. Отведите его. Не подводи мелких тех к рейду. Не надо. Дайте рост. Подвели, сливайте. Мелькие там аккуратно, не умирайте. Дайте рост. Шманов нету. Играйте пока в командира точно. И будете там умирать. Все, их там добивайте, там нормально, мерсы нет, подходите. В Дискорде вообще такого нет. Че, в Дискорд, что он лучше или что? Ну, поприкольней. Ты не пробовал? У нас есть группа Логан Третьего. Дискорд. Видел там только чат вроде все. Вот я так зашел и доглянул, что херня и вышел. Нет, там... Ну как скажем, ну. Нирка. Ну мне поприкольнее. Просто там, новое, там, да? Там ты всегда находишься, короче, в группе. Там даже если. Ну типа как ВКонтакте сидишь, но у тебя всегда все равно в фоновом режиме. Короче, чтобы за нами шпионили больше, да? Нет. Ты куда больше, и так про тебя все знают. Ну я не знаю, мне понравился Дискорд. И оформлением, стилем. И там он, во-первых, не жрет столько оператива, короче. Не лагает. Так, ну давайте все тут сейчас там хилы ману отопьют, на эти столик берите, поставил. Может там какие-то бафы минимальные дать? Минск, дай минимальный баф МК.
Все. На сову, пожалуйста. Кушайте рыбу. Демоном. Ну, там сами разбирайтесь, кто из вас демон. Анал, ты демон, бедно. Есть почта. Есть шкаф и порт. Что, почты, походу, нет. Давайте там ДК кто-то пуляйте. Там Денигер начинай. Там что там насорил сейчас? Слава, ты АФКш? Дайте шкаф, сейчас присумоним рисунки Аль Капоне. Дайте шкаф, Локи. Тыкайте носом. Тыкайте еще раз. Так, давайте по танкам. Что там? Даниёр основу. Дорн первую копию, Назгул вторую. Дорн АДК. А третью кто? Давай, милая, короче, протопал танчи. Сейчас так, хилы ману отопью, дайте инер. Печеньки, васаби, подайте инер. Все, инер, дари, начинай, Даниёру. Коля, специально, блядь, такой ник делал, чтобы его милая называли. Цирк приехал. Это уже не стойте там, не вздыхайте. Не, назвал ты первую, попал вторую. Аккуратно перед окружением ходите. Там вот видите, кто сзади, под задней копией стоит, под мордой. Аккуратно, чтобы вас не сбрило. Протопал, готовься, там 5% и копия. Если что, в БДК хватает, двоих будешь танчить. Все, табили молодцы, даже никто не умер. Идемте на миника. Без вас я бы долго
Дайте там пока идем там. Здесь дайте там какие-то бафы, что просят. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Козырь, дай им на ману. Дайте по шманам, да. Дайте там бафы какие-то минимальные. Мои братья гибли один за другим. Вон, а давай, все тут вроде, начинай, Танигеру. Нас убивали с расщепленной жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритри. Но боюсь, тут замешаны. Слуги, обратите их в пепел. Я на тебя достаю с Тири. Присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Блин, это с нами в РК. Она же с телефона, она всегда в РК. Там, Хорн, ты с нами, подходи. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Есть подозрение, что он уже не подойдет. Ладно. Не добирай шамана, возьми ДД кого-то, я просто во тьме похилю. Да ладно, Хорн забил опять на рейд и не придет? Нам просто Элемом просил меня. Ну, из-за того, что не идет Элемом, забил на рейд? Наверное. Не, на самом деле он просто отошел и забыл про рейд. Сбросьте макрос, пожалуйста, на камеру. Бля, кто это? Ник знакомый, по-моему, не очень человек. Жрец, бля. Что-то знакомое, не могу вспомнить. Какой-то нехороший человек, по-моему. Хабар принес. Допустим, сейчас совершенно идет. Она была вроде? Я пока не могу использовать эту способность. Значит, надо предлагать шанс. Не было на. Чужим каким-то, может быть. У меня нет еще.
Я если ливаю с рейда, то всегда ищу себе замену. Я просто так не покидаю. И так он не ливнул, блядь. Просто сидит же, блядь, вон он. Лопнулся. Ты витаминки начал пить? Слушай, ну вообще чай такой, знаешь, интересный выпил сейчас. Прикольно, мир начал осознавать, да? Он не то, что я как-то ярче все стал видеть. Смотрю, не кажется. Квадрат синий такой, прикольный. Крест такой на васабике. Это... Почему он не орел? Ну, не знаю. Ты тоже вышел. Ну давай сюда я заэрелю, а то, блядь, ну стоять долго будем. Кто такой Торин? Хорн. То есть, мы меня ждем, что ли, или кто? Нет, но там Тхорн зашел. Тхорн? Тхорн? Блять, как можно было ник такой придумать? Тхорн. Торель будет, Олег или Ваня? Парель мне не сложно. Просто кого там, что с твоим, я так и не понял. Ну, вроде как Серсея заходила на шаман, но я не знаю. Но он вернулся, почему он сейчас на поводине? И прям слышал Тхорн. Тхорн. Ты не зайдешь похилить? Тхорн. Не, сорян, нет. Ну как бы... Торин, заходи на Эршаму. Тебя ждем. Тупо 24 человека тебя ждем. Охуеть, блядь, я думал, фу, поэтому не приходил и решил выйти и зайти на паладина. Кто бафу кулаки? Вон там анки плюсуют волчать. Да уже поздно. Кулаки, кто бафу? Самогон. Где каска? Я бафу каски. А, пацаны, около Windows 10. Нету каски. Windows 10. Я жду второго шамана, чтобы бафнуть тебе каску. А у кого Windows 10? Windows 10. Не у меня. У меня Windows 10. А вот у кого после обновления появилось там вот в правом нижнем углу люди, короче. И... Ну, короче, на панели задач, а в правом нижнем углу появилась иконка люди. И просто я социопат, я пока что еще не нажимал. Расскажите, что там. Так, дайте. Потом разговаривайте, дайте по пати, найкист, средоточие, фристайл, броня, фридом, сами разбирайтесь, танки. Что тут танки? Давай, Назгул, начинаешь, первый заходишь во тьму, Данигерл големов, во второй фазе холёные големов. Мелкий трэш на протопала напуливаем, четвёртая пати, кроме демона, остаётся добивать больших. Те хилы. Игрушка и Тхорн, цвету, остальные все во тьме. Эй, я не демон, алло, я не демон. А, ну, все равно остаешься добивать, это значит. Так, ты в Дарксайд заливаешь Тхорну. Крыло заливаешь в осаде. Присты на второй фазе, бьем через взрыв, попадаем. Так, что там еще по диспелам? По тьме там сами думайте, кто диспелить будет. В сведу на второй фазе. Крыло подиспелишь? Угу. Спарит. Ну давайте, вроде все тут, там смотри, чем не хватает. Директ баф, ну каска есть, вместо баф есть, давайте чек на кул. Так, чё там, кто-то... Вроде все готовы, давайте заходим за линию ДК. Готовься, ДК, начинай. Близко не стойте, отходите. Игрушка выноси. Бежим. Смотрим лужи. Бежим, выноси.
наносы. Бежим. Тучку прожми, не умирай. Смотрим, боже. Я прослушал, мне заходить или нет? Не, остаемся добивать. Дор наноси. Так, ТК не заходи, ждем, пока трэш сольется. Кого же пропадут, играем себе в трэш пока. Бейте трэш РДД. Так, ДК, прожимайся, заходи. Четвертое добиваем. Рейд заходим. Олег, поставим там печеньку. Поставил, оставьте себе печеньку. Кардик, это можно будет зайти. Заходим. Пропускайте лезвие ближе к морде, сейчас выносите. Дорн выносит. Селена, дисплей. Ты что с таймерами? Пропускаю. Диспелить, диспелить. Там дроиды заливайте инер своим шаманом. Кильте им дэтом. Кися 2, готовьте свет, после лезвия будем выходить, только портал не залейте, когда будете выходить. После метки будем выходить. 51, 50. Дарксайд выноси. Давайте свет, выходим. Рост цвету. Интерлюд, выходите, где вы там, рост цвету. Первая метка, ровно назад свет. Трога выноси. Так, смотрим, метеорит. Бежим. Так, присты бьем через взрыв. Давайте рост во тьме, свет, играем только по трэшу. Линала выносить, диспалить, вот он захиливаете. Отведи мелкие, мелкие растут, отведи. Давайте бьем больших, бьем маленьких. Если там тьма рост дать, только трэш бьем. Добивайте мелких. Козырь тучку и выноси. Играем халюна. Бежим. Свет стопаем. Свет не бьем. Ждем трэш. Лужа вред. Играем только по трэшу. Козырь выноси. Да, ВСС. Так, мелких отведи, растут, мелкие растут. Да, нормально. Так, танки васап выносит, до них его прожмися. Свет бьет. Бежим. МД диспельсов, мне жди, когда себя диспелит. Бьем халюна пока. Уже вред, аккуратно. Давайте, играем по трэшу, как обычно. МД выноси. А мелкие растут, отведи. Давайте трэша бьемся. Добивайте мелких, добивайте большого, свет не бьем, халена вообще не бьем. Стоим курим. Козырь, дай гимноману, твор, ставь тотем. Хирика, дай гимноманутый. Давайте бьем халена, бежим. Давайте бьем халена. Вот, боже, две штуки, дай сак.
Ходите, служку, клёна выноси. Играем по трэшу. Кипти клёну, выносите там. Там себя не спим. Свет только халёна. Че-то только трэш бьём. Только трэш бьём. Халёна не трогаем. Только трэш. Ждём 60 и будем добивать. Не бьём. Не бьём. Стоим, курим, линал выноси. Стоим, ждем, бежим. Все, добивайте трэш, наполивайте. Смотрите, как лужи будут литься. Добивайте. Молодцы. Так, чешку разгорольте. Как будто в Аргер пошли. Раз, Виталик. Хорош.